Всем привет! Захотелось попробовать сделать именно альбатроса Вилбора, именно спасатели в Австралии, мультфильм, по-моему, 90-х годов. Давайте посмотрим, как его сделать. В принципе, система будет та же самая, что и с гусем Борисом. И возьму я, значит, чтобы время не тратить, уже сразу гуся Бориса, потому что он в принципе, частично уже болванка подходит под этого персонажа, так как в Дисней очень много персонажей. Ну, в принципе, со временем, чем больше персонажей, тем какой-то будет похож. Даже анимации у них иногда берутся с других мультфильмов и вставляют в новые. Так, где он тут у меня? Вот он, Уилбур. Ньюсен и вот гусь Борис. Вот такой вот персонаж. Ну, нужно его немножко теперь подкорректировать. Корректировка будет состоять в чем? В том, что у альбатроса Бориса толстая шея. Давайте это все дело сделаем. Вот так грубовато. Здесь вот побольше поднимем. Вот такая штука должна здесь выйти. Так, кадыка у него нету. Вот так. Но шея у него толстая. Давайте теперь поднабросаем шею. Так, это значит клеем. Детализация есть. И сейчас будем что-нибудь с этим делом пробовать. Так, здесь у него масса наращивается, шея у него толстая. Так, вот здесь вот тоже у него потолще будет дело обстоять. Сзади такая шняга, потому что у альбатроса выходит где-то вот даже вот так, наверное. Так, вот этих щек у него нет. Клюв сейчас будем дорабатывать, где-то вот сюда его выводить. Клюв будет поострее. Здесь, значит, вот в таком макаре. Нижнюю, возможно, трогать не буду. Так, вот что-то так где-то. Чуть-чуть, наверное, вот тут все-таки потоньше сделать. Что еще можно сделать? Это приподнять вот эту часть. Зад у него тоже такой побольше. Лапы у него вот эти потом надо будет пониже опустить. Что у него с животом? Так, и грудь у него вот отсутствует. Вот такая у него штукенция. Так. Тут еще в чем печаль? Что-то так сейчас будем думать. Ладно, пока произвольно накидываем. Здесь уже без клея. Здесь у него такой плямбур. Вот такая штука. Он же альбатрос. И нос у него большой. Здесь у него идет тоже переносится. Как бы вот так. Ну, здесь все стандартно, то же самое. Здесь можно чуть-чуть его отбить. Ну и нижняя вот эта челюсть, в принципе, нам подойдет. У него немножко здесь, значит, тут вот здесь у него потоньше. Вот тут вот в этой части, вот так вот. Здесь у него тоже как бы потоньше идет. А вот этот шнопат прям побольше и выпирает как бы вот вперед вот так. Здесь тоже вот таким вот образом. Так, с глазами разобраться. Тут у него чуть-чуть другая система будет. Так, чайник у него вот этот повыше. И вот эти щеки тоже повыше. Во, где-то в таком духе. Тут у него еще каска должна быть. Сейчас мы поднабросаю я вот этот вот массу черепушки более-менее так подать, как она выглядит, кое-где сгладить.
Так, ну вот уже что-то этакое получается, да? Не все так гибло, как поначалу кажется. Так, здесь тоже немножко поднабросать массы. Потом переделать сетку. Так, что еще у него? А, по-моему, у него вот эта часть еще больше выходит. Да, вот так. А здесь аж вот так вот. Чуть-чуть задницы. Задница, в принципе, похожа, но можно сделать ее побольше. Так, немножко перебор, конечно. Так. Ну, ляхи у него те же. Сейчас давайте еще набросаем немножко грудинки. Вот так вот. Чтобы он был такой весь неказистый. Итак, у него получается вот здесь побольше массы. Такой вот он полновастый братан. Вот тут вот так вот идет округло. Так, сзади тоже побольше добавить. Вот что-то в таком духе, наверное. Так, потом получается здесь у него тоже побольше массы надо набросать. Вот так. Ага. И вот здесь уже у него идет чайник вот этот повыше, под кепку. Здесь можно немножко еще вот так вот щеки приподнять, отвести. Так, здесь все равно надо поменьше как-то или пойдет, да, вот так. Так, эта шея вытянется в ZBrush. Ну, что еще можно сделать? В принципе, ничего, корректировка так прошла. Вот единственное, что его рефов нету. И получается, приходится использовать мультфильмы, вот это вот то, что в мультфильме. А в мультфильме там нарисовано по-другому. И получается, что у него шеи в принципе-то нет. Вот так. Но грудь как-то же должна у него быть. Что-то хотя бы в этом духе. Так, жопу чуть побольше. Ну вот уже можно делать забрать, что-то тут менять. Так, ну пока так. Надо вот эту грудь всю выгладить. Потому что тут, по-моему, будут перемены. И здесь вот где-то он должен выглядеть вот таким вот образом. Так, тут немножко тапки ему оттянем. Так. Ну вот, в принципе, корректировка прошла. Сейчас кое-где ZBrush вытянем, изогнем, там глаза, там что-нибудь изменим. Тут надо под задницу у него так, по-моему, чуть побольше выходит, чем у Бориса. Добавим перья и будем дальше смотреть, что получится. Крылья, опять же, возьмем с персонажа Бориса и чуть-чуть их подкорректируем. Или сделаем уже другие в блендер. Посмотрим. Так, все это дело сохраняем. Так, пишем Wilbur 2. Так, теперь импортируем рабочий стол Wilbur нашего вот эту заготовку нашу. Вот таким вот образом. И теперь нужно текстуры подгрузить. Это уже с мультфильма. Так, импорт. Рабочий стол. Что тут есть? Так, так, так. Давайте вот этой воспользуемся. Вроде как более-менее так похожу. Но опять же не факт, что будет все правильно.
Так как-то, да? В такой позе делать его тоже не хочется пока. Так, давайте вот как сделаем. Выберем вот эту голову, Ctrl-I, и сделаем ее scale поменьше, да? Вот так вот. Перетянем сюда и как-то, наверное, вот таким вот образом сюда вытянем. Можно даже чуть-чуть наклонить. Делаем Ctrl-I. И попробуем с помощью Morphology включить X-симметрию, английская X. И как-то вот так, наверное. Так, снимаем маску. Так, что у нас тут получается? Ну вот, как-то так, наверное, будет более похоже. Что-то вот в таком духе уже вроде бы как правильнее. Так, здесь, значит, у нас еще чайник поднимается. Здесь голова у нас должна еще как-то, наверное, быть попухлее. Так, клюв. Клюв еще дальше. Вот так вот. Тут чуть-чуть повыше. Задняя часть тоже чуть повыше. Вот так. И нужно теперь ее немножко пролепить. Так, интенсивность, опять же, клей на двоечку. Симметрию ставим. И вот чуть-чуть вот пока поднакидаем, потому что здесь сетка ломается. Ну вот, складку сделаем здесь вот. Он парень упитанный. Вот так как-то. Во. Теперь можно сделать Dynamesh, чтобы сетку исправить. Резолюцию чуть побольше, чтобы работалось лучше. А потом все равно будем уменьшать. Так, все это дело вот так вот. Так. Так, это тоже здесь поуменьшим. Прокидаем. Так, здесь добавим массы. Так, рисунок рисунком. Вот здесь вот. Лучше, наверное, сделать вот так вот. Вот что-то в таком духе. Так. Теперь, что нам нужно сделать, это... Так, да, оформить вот эту нашу часть. Эту часть чуть-чуть можно вот так вот поострее сделать. А эту часть чуть-чуть пошире. Не пристало, чтобы у него была такая маленькая именно пасть. Все-таки альбатрос. Ну и носу тут побольше, наверное, надуть. Вот так поприкольнее сапатка, чтобы была. Так, и чуть-чуть помягче ее. Во.
Ну, пока получается у нас вот такая дятла. И чтобы понять, что тут да как, нужно вот эту часть все-таки, наверное, вот так поднадуть здесь побольше. Так. Ну и опять же все выгладить. Так, вот такая заготовка. И сделаем вот здесь, наверное, еще как бы поровнее. Во. Так вот. Ребра тут побольше сделаем. Здесь как бы обтекание ему. Так, живот все равно у него должен быть. Он, в принципе, чем-то на Бориса тоже похож. Так, здесь вот часть вот эту побольше. Ляжки повыше, наверное. Как бы подальше вот сюда. Так, здесь жопой чуть-чуть вот так, наверное, поступим. А здесь уже добавим хвост. Так, это дело чуть-чуть тоже, наверное, вперед подадим. Потому что гусь гусем, а альбатрос это вам не шкент педальный. Так, все, это дело есть. Вот такая заготовка. И лапы ему сделаем побольше. Вот эти части. Так, раз, вот так замаскируем. Ctrl-I. И чуть-чуть децл вытянем вниз. Вот так вот. Во. Вот теперь верю. Вот теперь почти оно. Так, эта часть у нас может даже не зря вылезла. Может так и надо. Чуть-чуть во. Дооформим и пускай будет. Так. Здесь чуть-чуть довытягиваем. Ноги у него должны быть длинновастые чуть-чуть. Здесь выгладим. Ну, чтобы он нам Бориску не напоминал. Так, ну и вот давайте делать ему глаза. Выбираем кисточку стандарт и через Alt. Так вот, раз. Что-то в таком духе. Так, теперь делаем вот эти брови. Во. Ну, что-то вот такое, наверное, должно получиться. Так, здесь чуть-чуть мы это дело припустим. Вот так вот. Чуть-чуть. Или отвести от глаз. Ну, вот маленькие глаза у альбатроса. Так, тут у него уже будет шлем. Угу. Что-то такое, наверное. Так, а вот здесь я думаю, все-таки нужно кисточка Clay Buildup и через Alt чуть-чуть вот так вот как бы показать, что здесь все-таки горло и шея какая-то часть все-таки есть. Вот так вот. Ну, пока вот такая заготовка. В следующем ролике давайте уже глаза вставим, потом крылья. А там уже будем
смотреть что да как, Рик, как-нибудь все это дело, да, оформим. Все, всем пока, до свидания.